Всем привет, тут я вот, короче, запилил видос по поводу элитки, сейчас вот посмотрите, видос классный, напишите, во-первых, лагает или не лагает, потому что я играл через Abus, через новую платформу, где будет музвар после закрытия флешплеера. А второе, если кто не видел, сейчас по подсказке в правом верхнем углу вы берете, переходите и смотрите конкурсы, участвуйте в моем конкурсе, который у меня был на втором канале. Не забываем ставить лайки и поехали! Ну что ж, всем здорово. Вот, короче, элитка. Решил записать элитка на где-то примерно на 50 мощи, 50 тысяч. Ну, слабовато на самом деле. Закинула. Я пошел на Титане, почти в самом низу сижу. Но у меня ни байта, ни расхода, поэтому нужно байт поднять. Расход. Ой, не расход, а ну типа байт поднять. Ну, в принципе, байт поднять и опыт на жести взять, потому что я на жести, это моя первая элитка на жести, так что посмотрим, что из этого выйдет. А вы пока можете подписаться на канал. На один и на второй. Ну вот, в принципе, и все. Включу запись, как уже будет. Ну, через 3 минуты, короче. Ну что ж, вот нас кинуло против противника. Кстати, противник по рухам намного сильнее. Вот, такой целый нарт. Вот этот вот, вот этот вот. Вот этот вот. Вот этот вот. Прям полный квадрат рухов. Кто-то прячется, кто-то кидает. Не пойму, что происходит. Мне не показалось, или он кинул обычную бремку вот эту вот. Да. Ты идешь на рухи, и ты кидаешь обычную бремку. Да больше его надо убивать. Ну просто если сейчас мы не заволним, то это вообще дичь полная. Ой, заволним, не запротоним. Ну мы, по-моему, вторые кинули протон. Сколько это мочи? Ну да, где-то 50 у всех, середнячком. 45-50 вот так. И чё в него волна? Во. Я думаю, вряд ли он стал бы прятаться. Видите, подвисает игра вот через эту новую платформу. Через Abus. Я говорил, его волнить надо было. Делоки спрятались, тупо вообще ничего не сделали. На самом деле туповато получилось, типа. Добить квадрат, никого не убили, спрятались, на какой хрен, если мы первым кидали. Ну, они кого бы первым кидали, но все равно. Смысл? Дальше только сильнее зарядить? Я кинул, потому что все остальные кинули, чтобы мне тоже очки давали. Я сюда ради очков все же пришел. Ну, типа протон у меня 20. Плюс протона это хватит, на самом деле. Вот. Как пчела бомбит. Ну, слабенько, на самом деле, чтобы бомбить. Ну, конечно, тоже не очень сильно, но... Хочу сказать, что стрёмно, немножко стрёмно всё-таки. Три волны куда? А ну и тут нет, одна отрывка. Прошу прощения. Оп, я угадал с щитом. Ангренок. Меня вообще почти не прокоцало. Ну это в любом случае слив, потому что первый ход сделали дичь, мы могли убивать этот квадрат. Нижний, правый, но что-то не срослось. Но они там кинули первые, и щиты ушли не все. Я сейчас делаю ставки на то, что нужно вот этих рук сосчитывать. Если, конечно, сработает, то это будет очень классно. Что пишет полигон, давайте посмотрим. На самом деле, зря я считанул руха, потому что они сейчас будут протонить и очки посасывать, вот. Мне как бы это не зайдет. Ну вот, хорошая, сплоченная команда, в отличие от нашей. Дал бог нам хотя бы двоих убить. Ну, я тут хоть чуть-чуть совсем щитом угадал. Меня сейчас вряд ли будут добивать, скорее всего, вот сюда вот еще протон полетит. Вот в этих вот, четверых пискарь.
Прикольно, чел. Давай к нам в группу, если ты смотришь это видео. Да, в принципе, кстати, у нас сейчас группа прям вообще нормально стала. Сейчас потом посмотрим, на каком я месте. Ну, нормально так ритонул. Ну, это чуть слабенько вообще с волны. А, ну ты созидатель, смысл созидателем? Ой, не знаю даже. У нас вот люди кошмы. Они сидят на... Вообще у нас мало людей с кошмой, по-моему. Я доволен. Не, ну типа кошмы, они реально неплохой буст дают. Почему же там у титана не руха? Ну, руха типа сейчас в любом случае уже убьют. А, титана нет. Кайф, да? Настолько сильно весит игра на абусе, что я даже ход сделать не могу. Ну, типа, вот, вы сами видите. Сейчас следующее видео запишу через кое-что другое. Вот. Если будет лучше, ну там не элитка будет, скорее всего, обычный полигон. Если будет лучше, то о, нормальный крит, да. Ну и, короче, это видео ускорю, вы даже не заметите, что будет подвесовано. Ну, типа, у меня будет голос такой песклевый, но ничего страшного. Зато будет быстрое видео. Не 10 минут, а 5. Ну, 6, вот так вот где-то. На каком я месте? Нормально, неплохо, на 5 месте. Опять не успел ход сделать из-за подвесонов. Ну ничего, все бывает. Ну, в принципе, меня сейчас зарядили. На самом деле, сейчас есть шанс, что меня будут бить. Лишь потому, что я в соплях. Вот так вот тут еще два руха. Вот. Я предлагаю вместе с рухом кинуть протон, потому что очки нужны. Вот как бы мы сейчас отберем третье место, этот умер, мы второе место заберем. Блохастик почти умер, это почти умерла. И мы скорее всего отберем топ и сделаем себе неплохой байт. Вот, я конечно хотел пойти сейчас рухом на обычный полигон, на выживалку там, к примеру. Но потом вспомнил, что у меня всего лишь третий байт, и я вообще ничего не сделаю. На самом деле у Перфекта, у него есть канал, Перфект План. У него прям неплохие видосы. Вот урод. Ну что ж, посмотрим. Ну, что знаете, мы проиграем. Такой ядер на самом деле большой, вот в полигоне. Разрабы можем просто зайти. Посмотреть видео. И перебанить чат у многих людей. Даже чему мы удивляемся. Удивляюсь даунам, которые... Ну, у нас команда была очень слабая по сравнению с этой, это вообще неравная, ни хера неравная. Кстати, Селенар, по-моему, женился, если я не ошибаюсь. Вот. Или не он, а не он женился. Женился клип, что-то там, забыл, не он. Пошутил. Может, он тоже женат, я не знаю. Ну, вот тот чувак что-то обло... Еблан, короче, он тут. Он что-то слишком жестко разволнился. Ну, типа, прям такой себе. Потратить три волны ради очков. Сейчас посмотрим, на каком месте будет, а потом посмотрим, что вообще себе представляет. Ладно, давайте, пока бой идет. Посмотрим, что себе представляет этот красный Чиполлино. Ну, я нашел этот Чиполлино, почти фуловый пояс. Фуловые клетки. Статы по 60 тысяч. В группе он, вот этот Евгений, ну, что-то по кошмам слабоват, но он видно, что у него мех слабый, или давно не играл просто, хотя нет, половая клетка была только на тот год. Ну что ж, посмотрим, как выживает меценат, он, кстати, по-моему, отобрал все же первое место у всех, у меня так осталось четвертое, да, меценат прям неплохо, ну, это да, он хорошо очков соснул, заглотил неплохо он-то. Ну так вот, 150 опыта. Не 500, конечно. Но тоже неплохо. Ну это, наверное, около 1000 опыта урвал. Ну там вот опыта 700, наверное, вот так. Сейчас посмотрим.
Не, вот прикиньте, как долго видос уже 15 минут идет. Да, что-то только так немножко прогадал. Чем это подгруппа? Подгруппа вообще никакая, в принципе, можно взять двойное. У меня даже коробок нет, давайте одно откроем. Здесь потом, ну короче, что могу сказать. Всем спасибо за просмотр, смотрите другие видео. И можете, в принципе, вступать в нашу группу вместе с Максом Дракулой. Группа Марвин. Все группы знают, вступайте, вместе поиграем в полигоны. Будет интересно. Всем до новых встреч и всем пока.